Всем привет, уважаемые друзья! Приветствую вас всех на своем канале. И снова у нас репортаж, как всегда, сейчас из города Сочи. Я нахожусь сейчас в городе Сочи. Сегодня хотели пойти на море, но гляньте, погода какая. Ливень просто. Ночью такая гроза была, там вообще, ну, я просто с дороги вчера не смогла проснуться, слышала и видела, но что-то не захотелось мне. Думала, ладно, еще успею вам красоты снять. Для того, чтобы увидеть эту красоту, представьте, я проделала 1200 километров. Очень-очень рада за своих детей, что мои дети имеют возможность жить в такой красоте, видеть эту красоту ежедневно, вообще всего столько. Вчера приехала с дороги, не отдыхали вообще. Попали домой 12 ночи. Где мы только не были. Тут, оказывается, есть река, еще посреди города. Река Сочи называется. И мы гуляли по набережной, кушали мороженое. Но вчера не снимала, не было сил. Думала, ладно, в следующий раз сниму. Все. Еще время у меня есть. Строительство идет. Вообще повсеместно, гляньте. Вот что-то строится. Столько красивых мест, столько всего, ребята, здесь. Идеально. Идеальная красота. Вот памятник какой-то, не знаю кому. Но потом сниму его. Дождя не будет. Вблизи прочитаем, кто это все-таки. Гляньте, что творится. Были вчера в гипермаркете Море Молл. Как раз Дарине там в школу почти все купили. Там огромная, вообще огромная площадя такие. Не все обошли, так, минимальная. Тоже хочу поснимать, вам поснимаю там. Потому что вчера были поздно и как бы по делу, можно сказать. И прогулялись, и заодно сделали дело нужное, необходимое. Свое. В Сочи, ребята, дожди, причем тропические ливни, эти грозы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Сейчас покажу корабль вам. Сейчас море вот видно, это все даль, это море. Вот в дымке это море. Уже. Сейчас покажу, может быть, увидите корабли. Потому что я вижу морской порт, и вот он корабль, ну, короче, в дымке он. Поснимаю корабли, яхты вблизи вам тоже, конечно. Пальмочки. А сколько экзотических здесь растений, причем просто в шаговой доступности, растут просто по городу. Никто на это не обращает внимания. Я не говорю там о кипарисах, тут вообще разные там есть. Я таких и знать не знаю растений. Думаю, моим друзьям, которые занимаются цветоводством, там садоводчеством, у меня много таких каналов, друзей. Будет интересно, ребята.
извините, что я сейчас вам, ну как, не отвечаю на комментарии. Я обязательно всем отвечу на комментарии, всех просмотрю. Потому что я всегда помню тоже людей, которые делают мне добро. И добром отвечаю, ребята. Вот такое. Просто реально нету времени. Перед этим неделю у меня тоже не было времени. Я в этом году провела прям бешеное лето, получается. Как никогда. Город строится не по дням, а по часам здесь. Одно строительство, то там, то там, то там. И такие есть здания, такие интересной формы проектирования и все разное. Архитектура, короче, меня впечатляет. Столько всего налеплено, всех стилей, что даже диву даешься, как это все может сочетаться. А оно сочетается реально здесь. Гляньте, вода. Вода течет. На этом, ребята, буду заканчивать свой репортаж. Спасибо за внимание, спасибо, что вы всегда со мной. Очень, очень вам благодарна за это. Ставьте лайки, пишите комментарии, ребята. Всем пока!